блядь, тут кладыры стоит, очко найти у курицы не может, блядь. Я ебу, блядь. Вон оса ебашит, она летает. А, я понял, нахуй. А чё мне никто это не сообщил? Эти, которые, блядь, бегают, нахуй, мордолаки, блядь, кусака твой. Вниз. Вниз. Я в кружок побежал. Ага. Быстрее. Блять, ну быстрее, нахуй, спотыкаешься. Я застрял, но... Дефна. Не, блять. Ну, я под анхоли стойкой бежал. Нормально, два тела. Хуёво это, блять. Бидон вставалку. Катрисе, этот, друид-инвалид заломанный через. Пиздец, хуёво. Хули, блядь, лежи. Сколько КД, смотри. А да, она ему не поможет. Вис ты курорт. Ты встань так, чтобы, блядь, тебе хэпал мог доставать частицы, нахуй. К краю спиной куда-нибудь, нахуй. Тифилис, я тебе говорю, блядь. Да, я понял. Сейчас дальше поведу. Я, блядь, понял. Не вешается на вас нихуя. Напиши, сколько КД у тебя. Если минут 5, то... Минута. Вот, ну все, жди. Так он не сможет встать. Напоминаю, РДД, блядь, угля бьем. Огонь. Почему не сможет он встать? Ну, разве он... Надо, чтобы когда он умирал, было, ну, да, без, да, КД. Да. Если у него открутится, это надо ему еще раз умереть. Ага. Ясно. Проводи дальше, Хамдек. Бегу. Иди. Ну, значит, этот Равист, иди, бидон резай. Отошли от огня. Проводи его дальше, босс. Окей. Чтобы ртуды могли заранее отбежать. Бам! Уголь. Угля бьем, откуда он появился, нахуй? Два угля, РДД, да, внимание. Да он бежал, нахуй. Бьем угли, блять. И этот, он тот не двигается, пока вот этого бьем. Порой задвигался. Вот задвигался, а уешим. Ну, только отойдите от него, нахуй, чтобы не откидываться, блядь. Бомж, нахуй. Чё, сука, отойти нельзя или чё? Отвезти нельзя, что ли? Пиздец, я в ахуе, блядь. Наверное, что-нибудь такая большая. Угу. 5 метров, нахуй. Пару тычек босса, пока уголь не двигается. Уголь бьем. Вниз угля нету. Уголь потом, пока переводи, босса бьем пока. Уголь потом добьем, когда куда-нибудь полетит. Страхуем платформы. Поднимайтесь на половинку, как показывал. Блять, гомосек нахуй. Куда летит он там? Кружок. Я подстраховал, забирай. Где уголь, кстати? Умер. А. Смерть. Так, на следующую бежим, уголь ведем. Уголек бьем. Уголь свищи, РДД.
Быстрее зергаем. Скоро следующий будет. Так, старый добиваем. Уголь побьем. Сорвет. Да мало хп, смотрите, новый уголь выпал, пока не двигается. Этого добили, босса бьем. Будет двигаться уголь, просто добиваем и все. Чтоб следующий не выпал, блять. Постарайтесь быстро. Как только. Все, быстро, свич в уголь, быстро дайте. Чтоб новый уголь не выпал. Уголь дайте, и босс умрет. На минике босса, да? И уголь. Там как раз 5% понимаете. Быстрее, быстрее, ну больше угля. Он как раз должен вот закончить 3% с ним. Быстрее добейте. Да. Что-то не отнял у него нихуя. Не отнимает, походу, он на таком лоу хп. Вниз! Вниз, быстрее. Сейчас переведется. Будем также по часовой двигаться отсюда, начиная. Шелфир, уже звездочку рейд поставь. А с центра съебитесь, что вы делаете, блять? Так, я также мобов собираю, да? Юля, забирай первое. Ух, ебать! Меня откинуло куда-то. Возвращайся, хули, какие проблемы. Двигайся. Слава, я также мобов собираю, да? Хилы по центру, мобов собираешь, к стене водишь, линглинг подводишь. Смотрите, я дебаф. Я по боссам их буду агрить, а гамадек будет забирать. Хилы это в рейнже немножко стоим, блядь, друг с другом, чтобы, блядь, заплата появится, чтобы нам всем, блядь. На более внешний круг выведи сифилис его, блядь. Да он что-то дернулся, я не знаю. Все, звезду собираетесь. Где звезда, нахуй? Блять, заплатка там, нахуй. Ладно, пизду, пойду, иду, блядь, звезду. Только в огне не вставайте, вот босс пошел. Два моба под боссом, нахуй. Не сдохните от них, нахуй. Вот, забирайте, отлично. Че, мы их оба уешим? Можете их поуешить под боссом пока что, блять. Поуешьте, да? Ну, до 30%. А мазек, блять. Под босса чё? Сначала. Лоу хп, когда они будут, выведешь из-под босса. Смотрите там, когда... Забери, Юля. Юля, забирай. Быстро. От босса веди. В огне не стойте. Дамажьте сильнее, блядь. Все, 30% есть, выводи уже, нахуй. В РДД добьют, когда босс исчезнет. С огня выходим. Босс сюда, исчез. Углей, сука, подведи быстрее сюда. Хули ты там в раз... Блять, вместе их ходите нахуй. Звезду не убейте, не убейте уголь. Ебланы, что ли, тупые совсем или что нахуй? Пиздец. Дауны, блять. Ну сказано, сука, когда босс исчез, отходите от босса, когда он появляется, во-первых, хукмастер, блять. Во-вторых, блять, углей не убивать, пока босса нету. Они хп ему, сука, не отнимут нахуй. Бараны, блять, и на РДД нахуй. Вот эти до половины подбиваем, нахуй. И отводим к стене, блядь. Когда босс исчез, их надо до 20% подбить. Когда появился... А что с огром? Не знаю я, что с огром, блядь. Охуенно. Если хуёво с огром, отводите, нахуй. Ты, видимо, лужу положил, когда они появились. Водите, нахуй, танки, отводи их уже оттуда. Отводи уже. Нет, я после этого уже скоро босс исчезнет. Ну, видимо, рано. Так, у кого там бры? Катрисе, после появления боссок, ну, отводим. Отводи вон к флагу, к стене, блядь. РДД, стопните уже, нахуй. Появится босс, добьете, блядь. Все, отбегаем. Катрисе, хукмастера ресой. Из-под босса съебались, забери, нахуй. Хроматик, забери талова у меня. Блядь, да забирайте. Броня. Гомосека прохильте, ебаный в рот, блядь. Вставай, дамажим нахуй эту хуйню всю. Там лоу хпшный уголь. Да кого убить надо нахуй? Пиздец, блядь. Тихо. Как убить? Не орите нахуй. Он отлетел от взрыва другого угля, блядь, сок далеко. Вылетел. Кто вылетел? Виладня, походу.
В смысле? Нет, он просто сдох, его поднять бы. Да, никто не поднимает, я полежу. Сейчас поднимем, нахуй, не очкуй. Отведите. Да, 20... Углей не трогайте, углей всё, не трогайте. Все, не трогайте, да, уже пускай на полям у них будет. Встаем, блядь, звезду. Что-то иду нахуй. Хамазек за второго заберем. Мэтфокса, Виланию поднимай сейчас. Смотри, угли под боссом, отошли от босса. Хорошо. Вот новые забрали. Старых добиваем РДД, мелики босса бьем нахуй. Все просто, блядь. Гомосека хилим. Он, иди с гомосеком бегай, его хиль, блядь. Этот, он, блядь, не сука. Могу нахуй. А что за хуйня промахи по ним, блядь? Там заплатка по дороге. Они просто в зону выйда просто зашли. Все, углей добили нормально, этих дамажим, бегаем от заплаток. Все, играем, блядь, таймер. По себе паладина кулак обновить, пожалуйста. Исчез. Углей, немножко, не убейте только. Все, стопаните, доты доедят, блядь. Появится босс, добьете, блядь. Сейчас второго тоже забери у меня. Вышли. У кого еще БР есть, кроме Вадикона? Ревиз, по-моему, да? Ревиз. Меня друид инвалид побил. Хорошо. Залейте старых углей. Что? Старые, залейте, пожалуйста. Старых бейте. Что ты сказал, Ревиз, поднял? Я сдавал еще на первой фазе. Ну у тебя сейчас КД нету, да? А вот Гера, 30, кстати, нет. 30, да. Ляночка, Гера, СС, как... Ляночка, СС по Ревисту, потом Геру. Дайте Энер по транквилям. Давайте Энера, тотемы, блядь, ким на ману, всю хуйню. Делси, ставь тотем. Я дам на ману. Один, отводи уголь. Отводи уже. Крой сейчас, сейчас пару порч киньте на них, все. Все нормально, это самое. Собирайтесь. Я не знаю, что там забрались. Я сокру дал там нормально. Геру? Да, Геру, фул ДПС по боссу, по углям, блять. А, углей добили. Хорошо, что добили. Бидон не сдохни. Еще уголь добейте один. Да, блять, не уходи так далеко. Ты можешь остановиться, кабанчик. Кто кабанчик? Я кабанчик. По внешнему кругу. Тихо, поводи. Блядь, меньше пиздежа, блядь. Выживайте, самое главное. Зломаныч, блядь. Сталка есть? 7 минут КД. Ну я не знаю, шанса нет. Босс исчезнет, Рави стрессаешь его. Рави стрессай, быстро встать. Вадикона, заберите уголь нахуй. Кто-то быстро заберите. С хули он танк, что ли? Встал, захилился. С бомбы отходим, блядь. Чё, блядь, маленьких големов ждал под боссом Шелфир? Я на тапках уже летел. Пиздец, чтобы... Давайте бьём. Маленьких быстро добили РДД. Есть смысл Шелфира поднимать? Смотри. Конечно. Ну, а у кого есть БР? Выделяет, что отлагает. Поднимай, нахуй. То мы не убьем нахуй. Доберси, инфа есть какая-то? Вот маленького вы будете бить нахуй или что, блядь? Да его уводят далеко. Так бегите, сука, дальше сюда, блядь. Я прыгаю перед боссом. Вы не можете перед боссом идти или что? Или сильно дохуя IQ надо для этого, чтобы это понять, блядь? РДД, сука. Или что, блядь? В очке босса ходить? Это у вас тактика такая, блядь? Бегайте перед лицом, как хэпал бегает, блядь. И будете доставать до всех побов, блядь. А, дай чейнер. Рова, забери тоже. Это, босс появился, подводим сюда к рейду босса. И фул дамаг в маленьких мобов, блять, убить их нахуй. Постоянно двигаемся. Блять, я вашу захинил. Маленьких добиваем. Че там? Это, есть инфа какая-то? Заплатка лежит. 5 лямов у босса. Босса хуярьте, пока он не исчез. Маленьких нахуй надо бить. Хуярьте босса, уже похуй. Прямо босса. Да, хуярьте босса. Если исчезнет, это. Потом просто появится, добьем и все. Смотрите, может исчезнуть сейчас. Да не. Успели нормально. Пойдет.
Триня, не, нихуя, я понял. Блять, красавчик. Прям вообще топовое. О, кистевой, ебать, топовое. Бля, красивое, да. Ну, ему не надо, наверное. Верните. Блять, нас могут заебись. Призн плачет. Заберу кистевой транс. Замена плюсуйте, шелфер-пати, дай там замену. Так, это хуйня. Замена плюс. Бля, я бы, наверное, рудачок бы такой забрал бы. Горолить на транс, гоу паролем. А чё, у меня за место щита будет когти, что ли? Чё, вы убили или там? Нет, кто? ты не можешь. Ты замену плюсуй. Я знаю, что я не могу. Сейчас посмотрим, может кому-то по приору что-то надо будет соляры. А мы не будем оставлять соляр? Чтобы фарм пить. Я хуй знаю. Котёнок, в смысле котёнок король? Ну, короче, фармить можно и, блядь... Вот там котенок. Он закинул его к мастеру. У меня вот, допустим... Я что-то не понимаю, знаю. Как мейн танк складывал. Котенка, алё. Котенка на базу. Мы с Авилашей что-то били. Алло, котенок. Да закройте рот, блядь, какой котенок? Он у хукмастера. Хукмастер, давай. Вот ему и напишите, блядь, пускай рулит. Я ему отдал, блядь, первым попавшим, всё. Призн, давай паролим. Калюх. Вот это нужна кому-то коготь? Собирай. А, ну на транс чисто. Мы кистевой ролим, а что, вы что делаете? Мы котенка ролим. Кистевой я по консулу смотрел там по таблице. Кольцо вон крит-хастовое хорошее. Кольцо бисовое, пиздец. Мастер, кидай котенка на ролл. А еще прям хорошее. Очень залагало. С этого, блять, с рыбы, ну. Чё ты говоришь, трэш оставить, чтобы воронки пофармить на соляре? Ну, или вторыми персами, блядь, инками можно заходить и фармить. Ну да, я хуй знает, мне-то похуй, в принципе, можно. Заюзал уже, я тебя понял. Давай сейчас пройдемся. Вот, ты чё, дурак? Чё? Чё, дурак? Котёнка ролить надо на весь рейд. Ну рольте, блядь. Он его заюзал, ну и всё, да и нахуй нужен этот котёнок, блядь. Давай 300 гп. Не, ну блять, ну конечно, логически ты нахуй его вытащишь. На вот как бы, ну, я только ради котенка его убил. Я хочу. Понял нахуй. Ну все, блять, пиздец, блять. Мне ничего не нужно с этого босса. Мне тоже нихуя не надо, блять. Просто так сижу нахуй здесь. Ну котенка хочу. Нахуй мне этот котенок. Я про себя говорю, ты меня слышишь? Да похуй, говорю, блять, на котенка. Мне нет. Да вот ты, блядь, его заберешь и ты игру удалишь сразу, нахуй. Так что, ну, блядь... Ну, мы начнем пробиваться уже, да? Я не знаю, так-то можно, блядь. Стоять так. Ну, что, мы будем убивать соляру или что? Да ну, давай, убивать, давай, блядь, почистим трэш, нахуй. А то вы хуй придете, вы во вторник не приходите, в среду не приходите. Мы, если надо, оставляем соляру, то мы его вообще не убиваем. Ну да. Поэтому сейчас 5 заходов, нахуй, на трэш, нахуй. А мы не сможем, мы уже боссов убили. А чё, киллили вэш будем? А, он все через сутки только обновится, да? Ну да. Ну и всё тогда, нахуй. Ну только до келя пойдём трейдить. Или чё? А чё, тебе уходить надо, дарит инвалид? Там присанули люди на ИП вообще? В смысле келя трейдить? Только притона и год, я понял. Нет, просто я как эрдрук. Без соляра келя не потратишь. Ну, убьём соляру, почему пойдём келя. Почему это не нужен? Сове подамажишь, какие проблемы? Так, макрос у кого а есть... Всех легионера подержал. Макрос у кого есть хилы? Сейчас заранее подготавливайте, сейчас. Ну, сейчас пока хилим. Ну, смотрите, макрос скопируйте, там ставите, блядь, на цель-цели. И слэш-c, верховный звездочёт, там, никак я писал. Чтобы, блядь, не проебать людей. Вот, хили первый. А кот это что, это пэт или что? Я кушать. Да. Спутник. Начальник, мне оставаться или спектр своего ретрика? В ретрика нахуй, на трэше вон Лингрен с Сильвашем потанчит. Босса вообще в одного будем танчить. И в три хила, наверное. Чей ты пёс? Ну, четыре, блять, хули. Mm-hmm.
Запнали орала. Я на вот. Это там падает, что нах. Танк Лингрен на тебе лутера. Что-то падает, ну ладно, пойду смотреть. Просто, блядь, лутер на мне после босса я чуть. Воронка упала. Сейчас найду. Вот здесь действие. Ну как раз ни одной не хватает. Все, забирай. Что, воронка выпала? Да ну нафиг. Вот, котенка отдал, ты воронку дашь себе. За котенка не прощу. Что, показать тебе котенка? Я считаю, равная цена у них. Я понял, ах. За котенок даже дороже? Ну да. Увижу котенка, вроде ливаю. Ну, с мастером все понятно. Показывай, хули, блядь, хоть какая-то радость будет у людей, блядь. Давай, я показывай. Какая радость будет, я ливну. Не показывай, лучше не показывай. Пока сижу. Давайте. Пока сижу. А как где? Там же не поставили. Да, я заранее. Кто-то есть этого с Аркатраца? Не знаю, блядь. Ну, если типа интерес к игре пропадает, делайте твинов или что-то, нахуй. Потому что так тоже не вариант, нахуй. Нет, Слав, дело не в интересе, дело в другом, что. Дело в котенке. Падает. Не, понятно, что лут падает. Ты заебал, нахуй. Следующий котенок я тебе отдам, и чтоб больше не было этой хуйни. Заебал ты, блядь, как ну, девочка с этим котенком ебаным, нахуй. Ты не понял, что. Хуйню разводишь, сопли какие-то ебаные. Я сам котенок, я хочу котенка. Закрой рот, нахуй. Бать ты злой. Блять, главное сидишь, лут раздаешь нахуй, они. Котенок, котенок, такой спам идет в уши, нахуй. Хуйтенок, нахуй. Да корова мусорный. Блять, хуя. Как, блять, стадо баранов с этим. Кот с пузырем, нахуй, как бабушка. А кто мы еще, ёпта? РЛ мусорный, ты сказал. Он сказал, кто мы еще, блин. У тебя что, фантомные какие-то звуки? Там или... лучше нахуй не пизди, блядь. Так он не говорил, что... Ты уши почисти, ёпта. Он говорил про ролл. Ролл мусор. Ролл. Бля, ну и ролл хуета, конечно, пиздец. Он хочет, чтобы его булили, поэтому это все слышится, я кажется. Кибербуллет на багет. Завязывайте на общество. Добром не кончится, но я уже чувствую. Боша, почему я умираю? Потому что я не хил. А почему ты не хил? Ну, потому что у нас есть транквилов 2-5. Нахуй я должен еще. А, ты типа все, ты не хил будет. Но я говорю, пока я не выведу Т5, я буду в ШП прыгать. Неважно где, я. Может, в бычках буду помогать. А так я вертел, типа. Я говорю, я на ходике просто, ну, нихуя не делаю. Я как буду кстати одну флешку, там уже веселяет это захилиться. Ладно, Илюша, значит, ну и хит это просто. Я помню, как первый раз зашли, 7 или 8 воронок выпало, когда только открыли эту хуйню. Почему так всегда не падает, блядь? Потому что надо воронку пару устраивать. Я слава тебе говорил уже давно, блин. Просто рейд на патч, додепатить, делить и все. И вы моча? Такой воронка фарм, который по 7 часов не нахуй не уперся. Блять, мы сейчас за полтора часа 11 выловили. А тут мы за 20 минут. Стойте, ждем этих. Ни одной, блин.
О, можно пятерку с колоды ярости? По дальнему корню, да. Спасибо. Так кто сказал? Пятерку. Аккаунт. Ну, если, может, никому не надо. Баблы сразу еще отдаем. Не бьем. Там вторые еще придут. Отходим, отходим. Отходим. И моба главное убить вот этого. Отходим в угол, вот сюда заходим. Контроль своим даем. Спрячься, мордовок. Спрячься, спрячься. У меня БМК было. По этих мобов бьем. В угол забегите. Чтоб тех не савились. Все, развернулись. Че это? Какая замена, блять? Все, обида на мут пошла. А котенок зато заебись с память. Что, блядь, что пере... А, понял. Десните сначала. Короче, ясно все нахуй. Ильича тоже он пойдет бить вместо тебя нахуй. Загрить, загришь. Сейчас после этой пачки будем бить. Забейте им косты, хилоскидные, ёбушки, воробушки. Щит не сбивает. Чё, пошли череп бить. Танков нет, что ли? Контрольте сразу людей. Друидов дохуя, чего вы их убиваете?
Рисимся. Чё, вас не досталось, что ли? Резали же несколько тел. Да он... Всё, бафайтесь. Кто там по приору? Там какая-то триня кастерская, кто там на неё первый? Вот Фокс, да? Или там две. Там, одна на крит, одна на хаст. На хас паладину возьму. Мне никакая из этих не нужна. Если не нужна, смотрите, там может кого-то взять с локов. Хотя они не играют нихуя. А кто, кстати, паловский токен с робота забрал? Призм. Призм. Ты про сапфир или ты про талисман убийцы, не понял? Не знаю, ну, там две трени. Но я же сказал две. Что-то вообще не густо, да, по луту? Ну да. Такая не падает. Одна воронка за резинст. А у нас же все, получается, там вары, друиды, присты полутали Т5. И хуй знает, но там, видимо, еще вот я знаю, что почти все палы палы шаманы у нас роги полутали. Этот. Нет, не все еще. У кого там сколько? У рависта сколько воронка. Кусков осталось? Ну, сколько воронок осталось? Блять. На эту хуйню. Кусков? Этот равист, сколько у тебя там, блять, воронок? 4 надо, нихуя себе, блин. А тебе сколько линги надо? Ну, у меня голда есть. На воронке. Не, а у тебя на все. В данный момент надо, короче, 4 тоже. Ну, у тебя на все 4 есть? У меня вообще на 6. Мне Костя 2 занял. Ага. Не, ну у тебя голда есть, типа 4 купить, да? Ну, допустим, ну, если голда вам. Да, есть, да, есть 4. Если вам по одной дать, то вы закупите или что? Блять, если кто-нибудь продаст. В принципе, можно на Оке купить там. Они сейчас 30, по 31к. 31, ну, ну, в принципе, можно. Притом, а тебе надо что-то? Мы сейчас Ока просто заходим, как бы я еще, не знаю, там, за эти два дня, там, до среды, может, подкоплю еще голдишки. Какого босса, Слав? Ты, ну, соляра тебе надо что-то с него? А, не, ничего не надо. Мордаунт, рарник, где? Бежали с леса. Так, рыба. Так, у одного танка, да? Да. Юля будет танчить. Аджевс есть? Так, где там у меня? О, все. Кросс. Так, мы после вот этого вот Солариана Келя, да, трейд будет? Я так думаю, или нет? Да, сейчас посмотрим. Скажи да или нет. Бля, я не знаю сейчас. Ну, скажи, все же остаются еще как минимум на час. Останутся или нет, от этого зависит. Я сама распишу. Ну, Слава, мне в сову светится. Да, да. Так, светлый без.
Я оставил рыбу, нет? Так, вот рыба. Так, 4 хила и все остальные в ДД. Этого нету у нас, как он называется. По-моему, ферятся мобы. Ляночка, будешь ферять моба, который без метки. А, и нужно, чтобы кто-то метку ставил. Селфир, ставишь звезду, короче. Есть у тебя метка, макрос? Нету. Хуёво. Сейчас будет. Скидываю флудилку. Вот этот макро ставит звезду. Так, надеюсь, ДБМ у вас нету ставить метки, то будет вакханалия. Если я отключал, вроде мне не ставят. Но я по стандарту ничего не менял. Посмотри, открой соля, и чтобы метки он не ставил. Забери. И все. А как он метку будет ставить? Ты мне, у меня помощника забери. Тебя забрал. И лутера можно забрать. Посмотри, там Солярион, блять, как там называется эта хуйня. Короче, ок, Бурдинг Крусейд, Крепость Бурь, Солярион. Вот, значит, призыв помощников. Открываешь и убираешь с галочку с разной, где расстановка меток на жреца. Убираешь галочку. Убрал. Подожди, сейчас призыв помощника ищу. Вот Солярин, призыв помощника, там ключик нажимаешь. Предупреждать о скором призыве послушников? Убрать метку, расстановка меток, убрать галочку. Использовать метки. Не знаю, может разный ДБМ, хуй знает. Так, тринку зарядить. Проверка. Рарник призом. Все, подходим поближе. Даю отчет. А сбивать кто будет? Метки? Звезду все бьем. Ляночка, без метки контролишь. Вы говорите вносить метки, а то я, блядь, хилю смотрю в эту хуйню. Патрисия. Патрисия. Мардаунт. Да, я вижу. Готовим, сейчас появятся метки. Ебать, он растворился просто нахуй. Звезду зергаем. Без метки фир. По КД, Ляночка. Рарник. Пиво вынеси. Пиздец.
Вайт. Смотрите, там хорошенько прохиливаете. Готовимся мобы. Ну пиздец нахуй. Это моб тебя убил? Встал. Да. Хотел всего ничего. Бафаем. Отойди, ну отойди. А-а-а. Куда моб ушел? Вот Фирем. Фирем, похуй. Потом гриппанете. Бейте этого. Ка сбивайте, самое главное. Беда. Под босса. Может, РДД в кучку соберут, чтобы не мешать никому выносить метки. Это, блядь, давай потом нахуй философствуем, да, блядь, да. На эту тему нахуй. Не философствую, вот просто. Стойте, блядь, самое главное, чтобы метки вынесли и не унесли вас наверх с собой. Может, притянуть? Моба. Все, вот теперь моба притягиваем, бьем. Вы заебете за ним бегать. Но. Да, мне несколько ж ДК, все тяните. Вот Фокс Иннер по войду. Вот, а уешь вместе с этим. Быстрее зергануть, пока босс не появился. Внутри будет жреца. Сейчас-то не надо, Ляна. Все, ферять больше. Не ферять больше. Убивайте его. Гамазек, выноси. Выноси быстрее. Да ты звезду бейте, я. Звезду бейте, без метки фиряешь. Все, нормально. Стелси выноси. Стелси выноси. Прохил был по боссу. Хуёво нахуй, похуй. Почему он был-то, блядь? Ну, похуй, там нормально. Хули похуй, блядь. Там мы забьем, ДПС хватит. Шалфи выноси. Берса нет. Может, моба все-таки под босса вернёт второго, нет? Давай под босса. Так какой-то велосипед ебанутый запретает. Катрисе выноси. Его фериант, чтобы он не кастовал, блядь. Босс исчезнет, его тогда и будете бить. Он в этот не поддерживается раз изгнания? Покаяние, не знаю, там хоть еще хуй-то. Ну, если ты звездопад не будешь давать. Вон моб улетает нормально, чего вы, блядь, дрочите? Бьется только звезда, а этот фири бегает. Радикон победону, да, Инер. Я Транквилли отдал. Мэтфок срез его диконом. Катрисе выноси. Дианочка выноси. Моба, смотрите, поконтрольте, которого она ферила, если будет. Блять, каст... ну там моб меня пили. Каст. По фирму. Сбил. Вбегай сифилис. Я вам, блядь, подряд тебя кастовал, что ли? Угу. Все, добивайте моба. Больше босса старайтесь давать, моб так побочным. Ему вообще похуй было, чтобы помимо меня еще брать РД достать. Кадриси, давай по бидону. Бидон ставь тотем, шалфир на ману. Готовимся сейчас. Ну вот видишь, тварь ебаная, из невидимости кастует, блядь, дерьмо ебаное, блядь. Сука, разработчики дауны ебаные. Друид инвалид, резай его. Сбить! Чё, захиливайте босса? Танк это был. Сбить! Авила не выноси. Ну, нахуй тогда вообще играть, блядь. Ни притяжек, ни хуя вреди, 4 ДК, блядь. Айгот, ты в диси?
Он еще захиливается, да? Может, рот дадим нахуй? Дрюд инвалид носи. Айгот, ты тут? Нет? Сбивальщики, блядь. Так давайте не будем сбивать на фулову, захилим, блядь, и будем, блядь, играть нахуй заново. Бля, грипаните эту дуру уже. Чтобы он так не бегал, можно оковы по нему кинуть. Так чисто, блядь. Для справки, блядь. Кинуть оковы. Заберите большого. Если, конечно, только по нему не будет стоп подавать. Вот такого в следующий раз кинете. По феру. Не туда, звезда. Вот, заебись, да? Пасифея, выноси. Не ходит далеко теперь. В чем проблема была так сразу сделать? Авилания. Да ебать. Ну да, ты, видимо, везунчик. Сколько можно-то? Любимчик. Райл, стой. Старые эльфийские дамы любят тебя. Призом носи. Вот Фокс по Войду. Гера откатилась, да? На, или блядь. Это я умер? Нет, две минуты еще пока. Да, это я умер. Там к концу, наверное, уже ближе. Лучше вообще под конец, а то он нахуй захиливается, вообще же обидно, блядь. Хил, дайте вам. Да что за хуйня, почему? Стелси, выноси. Пасифея. Ход можно Геру дать. 30 секунд еще. Ну, на следующий заход. Ну да, то залети это. Ну, лучше давай уже подождем, чтобы он перевелся. Ну, мы и так добьем. Да, когда он перейдет, там вообще... Канцелятор вноси. Ну, типа переведем Гера, то не перейдет. Канцелятор. Выбежал вообще? Да, канцелятор выбежал. Мне нихера не видно. Тяните его. За яйца его. Ой, Вадикон по транквили. Стелси ставь тотем. Мордаунт на ману. Этот Вадикон ресы. Не захилили, блядь. Не, ебаная тварь, нахуй. Блять. Этот Равис. Равис. А, Катриси. Не надо. Желание вносить. Не тратьте меня, блядь. Можно Гера дать. Да, давайте передаем уже его. Герой добиваем, переводим. Свич только в жреца, да? Бейте жреца. На ранжу, походу, на ранжу собрались. Жреца убейте. Костым кикаем. Что ты, это когда прямого села нету, нахуй. Ты же из кого рисал, стелси, что ли? Я в танк вил удал, вот, только-только встал. Сейчас 15 секунд гимн откатится, вот он килы с тотемом бидоновским сдадим. Смысл там 7% всего. Похуй, чтоб было. Я понял, босс. Просто...
Давай, читай транквил, бидон ставь. Я могу на хп сдать чисто тоже, за дитреса. Да, чтоб красиво было. А пусть алфиль тоже сдаст еще. Сюда, запы. Сюда, стутриник. По факту можно одеть одного... Кстати, Джиса, пожалуйста. Да. Вот тебе Джис. Интересно, блядь, сборку на броню вообще кто-нибудь юзает? Слово, замени меня, я погнал. А чё, это реально? Это вар получается? Глядь, кельсори, я там. Так, Крита РП, это что это нахуй? Тайм на кого? Да, Энха. Линха или Ханта? Энхи РПБ не носит. Ханты носят, наверное, в каком-то спеке. Думаю. Илюха, я в рейтинг канул там. Так, что никому не надо больше, да? Так, я за Лара не начислял ничего? Или начислял? Нет, за Лара не давал. Было. А было? Так, плюсуйте замены. Покидайте пати там. Так, что там? Чё, мы это уйдём? А Келли бить? Слава, как работает посох этот героический? Его надо заранее прожимать или в момент этого? Заранее. 30 метров вокруг тебя баф вешает. Сколько времени длится? Не знаю, не помню. Не нажимал никогда. Это в секундах он 5? Кукмастер где? Ушел. Опять. Ушел? Ну, он лох, угу. Просто. Писал что-то, нет? Ну, здесь не видать. Он не писал, что уходит. Забыл спросить, что он там объяснил, почему он ливанул. Да, что-то у него там ребенок потерялся. Фредеринку написал, мне ночью сказал. Почему мне интересно, просто вот, ну, вы стоите, тут что-то хуй знает интересное или что, я не знаю, блядь, что, побить мобов нельзя или что, или блядь, это пиздец. Может быть, CFK, хуй знает. Провер, чек, поехали. Вниз спускайтесь, там патруль идет, вниз, 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 право, лево, разбегаемся. Я вообще не знаю, нахуй, вы могли бы уже до босса дойти, дочистить. Виланша, где я тебя не вижу? А, блять. Бах, вайп. Ну хули, у друидов нету, наверное, центуриона корни закинуть не получается, наверное, это ж пиздец. Там я говорю, просто хилить некому было. Вот и игра на хиле, не отойти нихуя, блять. Как-то не отойти, наоборот, хилы отошли, и все, и пиздец.
Ладно. Так, иди сюда, этот Лингрен. Что такое? Так вот, на тебе, открывай. Там две докупишь, откроешь. Спасибо. Сегодня займусь даже этим. Ладно, все, хватит. Можно, подожди, можно...